Пенсионера ограбили на улице в Петропавловске. Полицейские задержали подозреваемого. Подробности смотрите в материале, подготовленном пресс-службой областного полицейского ведомства. 73-летний мужчина, инвалид по зрению, позвонил на 102 и рассказал, что вечером 4 июля по улице Мусрепова неизвестный преступник, напав сзади, повалил его и сорвал барсетку. Ну, я хотел подняться быстро, а на ногу не мог встать, она у меня как отрубленная сначала это была. Потом отошла, ничего. Ну, я крикнул ему, говорю, ты что делаешь-то? Нарочно крикнул ему, документы, говорю, отдай хоть. Описать преступника мужчина из-за проблем со зрением не смог. Делу помогли камеры видеонаблюдения, расположенные в окрестностях места происшествия. На следующий день тот же человек снова попал в объектив видеокамеры. Теперь уже в ходе кражи 250 тысяч тенге из кассы продуктового магазина. 6 июля подозреваемый задержан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции 1-го отдела полиции был установлен и задержан житель города Петропавловска 1982 года рождения. Ранее судимый и привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных видов преступления. Подозреваемый уверяет, что раскаивается и не знает, что его толкнуло на такой поступок. Ну, деньги хотел. Думал, деньги там. Толстая барсетка показала, что. Содеянным, конечно, раскаиваю. Вернулся, не знаю, бес попутал какой-то меня. Полицейские ведут досудебные расследования по статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан «Грабеж и кража». Часть похищенного изъята. Подозреваемый содержится под стражей. Наталья Итова при содействии пресс-службы и департамента полиции.